Большое спасибо Александру Сергею Никитину. А сейчас мы приглашаем на сцену театр песни «Меховик». Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады снова стоять на этой сцене. 4 года, 4 долгих, тяжелых года, которые мы мечтали опять сюда вернуться, опять увидеть своих друзей. Я надеюсь, что вы нас помните, и поэтому мы сегодня не будем вас утомлять новыми тяжелыми песнями. Мы постараемся вспомнить что-нибудь такое заводное, чтобы согреться. Сейчас, Йосиф. Тут Рита сказала, что Йосиф нам помогает. Он не помогает, Рита. Он играет с нами. Он член нашего коллектива. Скрипачок. Йосиф, ты вообще? А, у него же это. Всем вашего коллектива на нашем берегу. Резидент. Резидент израильской разведки. Так, иноагент, ты готов? Можно гитару послушать? Я не слышу ее в мониторе. Сейчас посмотрим. Сейчас, по-моему, есть, да? Есть. Ну что, блуждающие звезды. Thank you.
Следующая песня называется «Ангелы» и посвящена она моим друзьям. От реальности не сбежишь, на амбарных замках границы. Что ж ночами опять не спится, молча ангелы смотрят с крыш. Выбираешься на балкон и подолгу глядишь на звезды. Пусть летать нам немного поздно, но сдаваться все ж не резон. Может, пока не видно прохожих, все ж наполним сердце мечтами. Ангел свои нам крылья одолжит, вспомним о юности и полетаем там, где еще не страшны дни рождения. Там, где оспаривать судьбы пытались всех, кто ушел попросить о прощении. Пусть обманут теплом ветра, услыхавшие зов вернутся. Может, только бы не проснуться, ночь в счастливых прожить не рад. Утро знает свои права, и окрикнуть всегда успеет. А над крышами ангел реет, с крыльев смахивая слова. Может, пока не видно прохожих, все же наполним сердце мечтами. Ангел свои нам крылья должен, вспомним о юности и полетаем там, где еще не страшны дни рождения. Там, где оспаривать судьбы пытались все, кто ушел попросить о прощении, чтобы хотя бы на миг задержались. Там, где еще не страшны дни рождения, там, где оспаривать судьбы пытались всех, кто ушел попросить о прощении, чтобы хотя бы на миг задержались. От реальности не сбежишь, на амбарных замках границы. Что ж ночами опять не спится, молча ангелы смотрят с крыш. Мы тепличные растения из Бершевы. Вот. Мы уезжали, 30 было там с копейками у нас. А здесь, так сказать, вот. Тоже 30 с копейками. Вот. Давайте немножечко это потанцуем. Сапожник. Сегодня
отправимся в гости не в театр к артисту, не в цирк акробату, а в старенький двор, где сапожник Иосиф каблук прибивает, наклеит заплаты. Всевышний богатую жизнь не отмерил, но даром ты им он отмечен особо, хотя нет в нем злости, упрям словно мерил. И спорить с ним, Бог упаси, и не пробуй. Ой-ой-ой, туки-туки-тук, туки-туки-тук, молотка доносит звук ветер. Нету слеза по лукам, если дядя по утрам весел. Ой-ой-ой, туки-туки-тук, туки-туки-тук, но когда взъерошен вдруг волос, лучше дяди не цепляй, это будет ай-яй-яй цорос. Любит, приняв к настроению стопку, за жизнь поболтать час другой ненароком. Но если оценит жена обстановку, начнется 7:40, под веник с подскоком. Ну что здесь поделаешь? Все мы похожи, артисты, министры, бомжи, акробаты. Но главное в том, чтоб нашелся сапожник. Его время к дырам приводил за палаты. Ой-ой-ой, туки-туки-тук, туки-туки-тук, молотка доносит звук ветер. Нету смысла там лукам, но если дядя по утрам весел. Ой-ой-ой, туки-туки-тук, туки-туки-тук, но когда взъерошен вдруг волос, лучше дяди не цепляй, это будет ай-яй-яй сорос. Для нашу такую визитную карточку. Можно еще одну песню? Абсолютно. Абсолютно, хорошо. Когда мы все сидели в зуме и не могли выступать, не могли петь ничего, мои музыканты, у меня их, слава богу, 7 человек там в Израиле, доставали меня постоянно. Ну, напиши что-нибудь такое на злобу дня, на эту коронавирусную тему. Я говорю, я не пишу по заказу, я пишу то, что мне на ум придет. Нет, вот напиши и напиши, напиши. Ну, пришлось уважить мой многострадальный коллектив. И заодно написалась такая незатейливая песенка. Мы ее так и называем. Коронавирусная. Да. Боря, у нас тут произошла маленькая задержка, поскольку музыкантов и Фахридинов still on the road. So if you can... Если бы я хоть слово понял, я переведу. Можно на иврит? Есть музыканты, которые задерживаются. Знаешь, это часто происходит автоматически. Говорят, вот на иностранном, это иностранцы на иностранном языке, и мы сразу переходим на английский. Беседа. Более, когда заходит в музыкальный магазин в Америке, начинает говорить на иврите. Ну что, они смотрят, но... Хочется что-то узнать, какая цена, я спрашиваю. А кама за оле? Все, они сразу все понимают. Так вот, у нас Павел Фахридинов и Владимир Музыкантов задерживаются в дороге, поэтому у нас есть несколько минут. А Боря немножко еще попоет с удовольствием, я думаю, да, с Мариной, да, Джозефом. И если они не появятся, то в 9 часов мы ждем здесь, к этой сцене, Дмитрия Быкова. Ну тогда поехали. Можно громче гитару? Что-то мне в монитор немножко, а то мне кажется, что ее нет. Есть истина простая.
пустая, без сомнений. Не дай нам Бог живущим никогда в эпоху войн, в эпоху потрясений растратить лучшие свои года. И можно философствовать лукаво и спорить о величии души, и не стирать следы от слез кровавых, и не считать последние гроши. Я желаю вам всем, дорогие мои, сладких снов, светлых дней и банальных забот. И я верю в нашей огромной земли есть геолог, что залежи счастья найдет. Нам осталось всего лишь дожить до того, когда злобные стужи закончат набег, и все вирусы сгинут. Скорее всего, это счастье простое разделим на всех. Пускай границ не видно нашим бедам, а Бог от нас устал и спать пошел, чтоб поутру, а может быть к обеду, вдруг объявить все будет хорошо. Ни звезд с небес, ни власти, ни богатства, поверьте, у него я не прошу. Вот только б никогда не расставаться с тем, что в душе наградою нашел. Я желаю вам всем, дорогие мои, сладких снов, светлых дней и банальных забот. И я верю, у нашей огромной земли есть геолог, что залежи счастья найдет. Нам осталось всего лишь дожить до того, когда злобные стужи закончат набег, и все вирусы скинут. Скорее всего, это счастье простое разделим на всех. Я желаю вам всем, дорогие мои, сладких снов, светлых дней и банальных забот. И я верю, у нашей огромной земли есть геолог, что залежи счастья найдет. Нам осталось всего лишь дожить до того, когда злобные стужи закончат набег, и все вирусы сгинут. Скорее всего, это счастье простое, разделим на всех. Это счастье простое, разделим на всех. Спасибо. Черный ворон! Ну, черный ворон сегодня, может, завтра спою. Дело в том, что, я думаю, многие из вас помнят маленького мальчика, стоящего на этой сцене когда-то с нами, нашего сына. Ну вот мальчик вырос уже, стал большим, даже успел жениться в этом году. Так что мы молодые, как его, это, свекровь? Нет. Свекровь? Ну, еще не важно. Мы молодые, на этом можно поставить точку. Но мы хотим спеть такую небольшую песню, посвященную нашим детям. Называется она «Голоса». Накосите, накосите голоса, голоса, наши маленькие дети, чудеса, чудеса. Как же быстро съелась каша, и пришлось нам понять, что время наше в мире гость, только гость. У детей свои заботы, а у нас от субботы до субботы только джаз, легкий джаз, и высушивает слезы ветерок, ветерок. Бесконечные вопросы — это рок, просто рок. Но еще на что-то годны мы в сети, мы в сети. В наших шмотках старомодных виден стиль, легкий штиль. Только вот не дотянуться до детей, до детей. Боль разлитая по блюдцам, пей, родной, и потей. Чтобы не глотать таблетки от тоски до доски, мы расшатываем клетки дней глухих, лет глухих. Крутит пасеки скрипки
песен звон. А в конце скрипучей пленки чудеса, чудеса наших маленьких ребенков, голоса, голоса. Ну что, лимит не исчерпан, еще можно? Мы не поем, мы не коверкаем. На иврите и так много плохих музыкантов и певцов. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, что ну, музыка не является нашей основной специальностью в этой жизни, но когда мы каждую субботу собираемся с коллективом и репетируем ради себя, нет много концертов, не, ну, музыканту всегда не хватает концертов, но главное, что мы знаем, что это наша точка опоры, что мы... любим это дело, мы ждем, когда нас приглашают на концерты. Нам нравится выступать, нам нравится видеть чистые, открытые лица людей. И поэтому мы поем такие песни. Следующая песня называется «Точка опоры». По лабиринтам спящих дворов разлито утро из Божьей кружки, обрывки наших вчерашних снов, ветра игриво толкают в лужи, душа мусолит осенний блюз. Согласно логике настроения, я снова с чем-то рифмую груз. Полетом снова зову падение. Точку опоры, и не копаться в старых сюжетах, крылья расправить, парить над простором, новые песни, счастья, приметы, только в слова не царапали горло, не застревали бездушною фальшью сна. Полетели крылья горны, дальше и дальше, дальше и дальше. Знаю, куда лететь, не знаю, куда, пока душа со струною спорит, восток вскипает, кому здесь петь, восток дневную горячку порет. Мой блюз, осенний дурацкий блюз, что наша осень одно название, сгущение красок, смешение чувств и музы ветреной ожидания. Мне бы найти точку опоры и не копаться в старых сюжетах, крылья расправить, парить над простором, новые песни, счастья, приметы, только в слова не царапали горло, не застревали бездушною фальшью взма. Полетели крылья горны, дальше и дальше, дальше и дальше. Параллельные наши миры, где по-разному делим, не делим. Мы давно позабыли метели, вам летело до нашей жары. Разбрелись по различным углам, как уставшие ссорятся дети. Лишь ночами сидим в интернете, чтоб дать волю забытым словам. И дни утраченные вдруг нахлынут песней недопетой. Давай нальем далекий друг за нас разбросанных по свету, за счастье мимолетных встреч, за нашей памяти коварство, за все, что хочется сберечь и пить от боли.
хочется сберечь и пить от боли, как лекарство. Наши чада порою с трудом примеряют папаш своих туфли. Мы все чаще блуждаем по кухням, развиваем диванный синдром. Стало легче немного сейчас, ностальгия, каприз, настроение. Просто наше, дружок, поколение слишком резво давило на газ. И дни утрачены, да вдруг нахлынут песней непопетой. Давай нальем, далек и друг, за нас разбросаны по свету, за счастье мимолетных встреч, за нашей памяти коварство, за все, что хочется сберечь, и пить от боли, как лекарство. За все, что хочется сберечь, и пить от боли, как лекарство. Полустертых миров наших миг пролетает, звенит мелочами, а судьба пожимает плечами, не находит весомых улик. Но прервав хаотичную прыть, виртуальные мысли сойдутся, и звонок вдруг заставит проснуться и всю ночь напролет говорить. И дни утраченные вдруг нахлынут песни недопетой. Давай нальем, далекий друг, за нас разбросаны по свету, за счастье мимолетных встреч, за нашей памяти коварства, за все, что хочется сберечь, и пить от боли, как лекарство, за все, что хочется сберечь, и пить от боли, как лекарство. Халим, Иосиф Зильберман, Марина Гершман. И автор песен Борис Гряхман. Хорошо. Хорошо. Нам я музыкант из кабака, я каждой песне знаю цену, и как рабочий у станка я здесь отпахиваю смену. Для умных и для дураков в процессе их увеселения по черным клавишам грехов, по белым клавишам забвения народ веселый в кабаке, приняв на грудь, решив встряхнуться, замятый четвертной в руке, даю их душам развернуться. Я музыкант из кабака, я каждой песне знаю цену, всю жизнь играю в дурака, то за любовь, то за измену. Лишь дома в четырех стенах поют совсем другие песни, у них особая цена, их кошелек не перевесит, и закрываются глаза, глаза, зажженные мечтою, и верит мне огромное.
со мною. По черным клавишам строка, по белым жизни синкопой вена. Я музыкант из кабака, я своим песням знаю цену. Я музыкант из кабака, я каждой песне знаю цену. Музыкант из кабака, я каждой песне знаю цену. Спасибо, будьте счастливы, до завтра. Приходите завтра, будем петь еще больше.